Всем привет, с вами я, Антон Фроман, и привет, мои фэнтези! Подождите, фантастики! Да, с этого момента я вас буду называть фантастики. И если вы хотите, ну, как бы, не знаю... Кстати, я зеркало для отражающего. Ой, я зеркало для отражающего. Вот я один, и вот я второй. Короче, если вы хотите, чтобы я сегодня снял с мистер Дрон Рэнсом влог на улице, без великов, на улице, на этой прекрасной улице, где гуляют одни пидоры и пидораски, вот, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и пишите комментарий, то, что вы этого хотите. А как же я тогда узнаю? Вот. И сегодня я вам хочу сказать одну вещь крутую, которая вас по-любому поразит. В топе мы, короче, с мистером Дрон Рэнсом в топе начинающих блогеров, мать его! В топе! Я сегодня смотрел, короче, в интернете... Топ начинающих блогеров. И увидим там нас. Мистер Дрон Рэнс или же Павел Владислав. И я, мистер Фэнтези. Но мне там было. Ну, у меня только написано просто мистер Фэнтези. Фэнтези. Вот. Фантастики, подписывайтесь на канал. К сожалению, как вы поняли, по категории у меня. Другая категория. Ну, лицензия или категория, там категория, короче. Вот, и у меня теперь не музыка, как была. И, короче, я теперь не буду снимать игры. Наслаждайтесь тем, что было. Потому что у меня удалился мобис. А с ним было столько воспоминаний. Очень много. Вот. Так что, ну вот, и сейчас я вам прочитаю мой рэпчик, блин, подожди. Сегодня с вами я, мои фантастики. Сегодня я, мистер Фэнтези, с вами я. Сегодня сегодня я. Я с вами. И сегодня зажигать мы будем влоги, гулять. Может быть, конечно. Видеть, как я выполняю Battle Flip Challenge. Ой, подождите. Ой, вот так вот я. Хреново. Ё-моё. Кстати, кто не смотрел еще видео мистер Дрон Рэнса сегодняшнее, которое недавно вышло. Перед моим, да? Ну посмотрите, да, сегодня вышло. Если посмотрите прямо ту-ту после выхода моего видео, да? На канале мистер Дрон Рэнс Павла Владислава. Ну, моего друга, конечно же. У него есть видик, короче, один. Поставьте лайк, подпишитесь. Ту-ту. Вот, смотрите. Вот. Поставь. Подпишитесь, там, не знаю.
И сегодня я буду, наверное, снимать батл флип челлендж после этого видео. Ладно. Ладно, всем удачи и всем пока.